никто, кроме коренного самарца, не может понять фразу «со дна подушки ходят». Вот оно, тло. А вон там подушки. А мы на дне. Все волжское, настоящее, вкусно сушеное, вкусно копченое. Ух ты, сапа. Вот она подушка. Те со дна ходят. Вот она подушка. Вон еще подушка. И вон там еще подушка. Вот так выпил пивка, взял рыбку. И за Волгу. В Рождественно. Не трусы, а перчатка лежит в воде. Но никто не плывет по опасной реке. Слава Богу. Вот в этом старинном пивзаводе и варят жигулевское пиво, которое знают по всей стране. Но больше нигде. Она куда-то едет. Она едет на речной вокзал. Вокзал, да. Она самолет летит. Уже. Устройство очень простое. Мотор есть, который крутит вентилятор большой с помощью зубчатого ремня. Сухопутный якорь. Такие вот собачки первыми покорили наш космос. Такая вот лайка полетела первой, не побоялась. Да? С днем космонавтики, в общем. Бабу даешь? Нет? Ну ладно. Иверский монастырь. Да, красиво. Вот, собственно, знак Хонвакана. Хонвакана. Кое-что сохранил. Женщин Самары, мисс Хонвакана, Мария де Баредер. Она была спортсменка, активистка, красавица и организовала первый в Самаре теннисный корт. Сама играла и всех приглашала. Теннис в Самаре до сих пор существует. Мария, спасибо, Мария. Вот он, собственно, пивзавод. Пейте пиво, оно вкусно и на цвет красиво. Грэс, Иверский монастырь с колокольней. Отношения не имеет. В Самаре Пушкин, в Самаре не был. Но на Пушкин, на фоне Пушкина и птичка вылетает. Поэтому у нас памятник Пушкина. А чем? Тебе не нравится Пушкин? Хорош. Пушкин. Это наш драмтеатр.
Вверху герб города. Знаменитый козел или коза. Коза вообще-то должна быть, но там козел. Из-за всяких намеков. Ну, это около нашего города еще один. Типаев. Мне всегда очень нравилось это здание. Модерн. И вот тут старый домик, который, слава богу, реставрируют. Будем надеяться, что он обретет новую моду. Oh.